Без нервов. Сейчас тошнит. Пиши. У тебя все получится. Ритуальное жертвоприношение. Выбора у меня нет. Это один из мятежников? Где-то здесь должен быть вход. Змей с серебряным глазом. Я на верном пути. Да! Сюда. Запах все усиливается. Лара, как ты там? Иона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю сучью тату. Тату? Да, ты видела тату Нурату?
На ней цапля и затмение. Возможно, это как-то связано с серебряным ларцом. Сомневаюсь. Другого выхода нет. Ну ладно. Нужно как-то разрушить преграду. Рычаг позволит наполнить водоем. Рычаг позволит наполнить водоем. Тут нефть. И, может, эту лужу можно поджечь? Путь свободен. Надо идти дальше. Это что, зал для кровопускания? Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем. Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. Неподъемно. Нужен крутящий момент. Надо соединить эти две колонны. Надо повернуть колонны и выровнять каналы. Надо повернуть колонны и выровнять каналы. Thank you.
Надо повернуть колонны и выровнять каналы. Надо перерезать веревку, чтобы выровнять каналы. Надо выровнять верхние каналы. Если потяну за рычаг, польется нефть. А теперь искать ларец. Нашли Тринити. Вот этот мелкий бунтарь. Этли! Вот она! Хватай! Хорошо, я вернусь, как только смогу.
Нереально. Больше я не унесу. Матучика хилбашку. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Састен, мишмак хелубейта луйоколе. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Схватили. Знаю. Они держат его в казарме. Думаем, как его освободить. Я хотела помочь, прости. Он боец. Что это? Это ключ. Кажется, это вещь из горного храма. Он примыкает туда, где его держит. К ларцу и щель ведь можно попасть из казармы. Поэтому сектанты захватили храм. Там много охраны. Нам нужно будет действовать тонко, тихо. Есть обходной путь? Был один у соляной шахты, но почти обвалился. Там опасно. Может, у меня получится? Возможно. Ты уже достойно себя показала. Последний раз я была там в детстве. Но, насколько я помню, казармы во внутренней крепости. Если я проберусь в обход, я расчищу путь и впущу вас. Мы вызволим Эцли и пойдем за ларцом. Я займусь сыном. Ты иди за ларцом.
стараемся не выделяться. Я бы и сам пошел. Но не могу оставить свой пост, а времени мало. Это очень важно для вождя Унурату и мятежников. Говоря, что хочу поддержать Унурату, я имела в виду совсем другую... С Учо разговаривали, Сину? Учо, что тебя беспокоит? День коронации Эцли приближается. Скоро он станет мужчиной и начнет свой путь становления королем Пайтити. Этот день обещает быть просто чудесным. Мы сражаемся с Амару и его сектантами в надежде на этот день. Иногда нам всем нужно вспомнить, за что мы сражаемся. Я могу чем-нибудь помочь? Когда отец Эцли Сайри погиб, Унурату оказала мне большую честь, попросив взять на себя его обязанности. Одна из них — собрать 3 священных предмета для церемонии, но... Но столько всего происходит, что ты этому не рад. Что за предметы? Это амулет Спасителя, лук Победителя и рог Короля. Каждый предмет несет в себе благословение предков. Скажи, что нужно, я сделаю, что смогу. Я уже отправил людей за амулетом и луком, но если бы ты могла найти Кабила, ремесленника, и забрать у него рог Короля, мы были бы тебе очень признательны. С ним нелегко. Я отправил к нему уже 2 и ничего. Вдруг ты сможешь. Поговори с его женой. Думаю, я с этим справлюсь. Будь осторожна. У Кабила тяжелый характер. Но его жена Абра как-то с ним справляется. Иона, я приближаюсь ко входу в шахту. Учо говорит, он у края горы. Он послал повстанца открыть его. Спасибо. Ну вот.
Тут надо поосторожнее. Я на месте. Мунурату только что ушла с Хаканом. Когда откроешь ворота, она будет готова. Kale, ya no llanta la subtal de tel o kila el kiko. Cualquiera, Shena Choabaj. Malo bin lak.